Собственник самовольной массандры в полуциркульном здании в центре Одессы требует отменить предписание и штраф от Министерства культуры. Летом прошлого года полуциркульный дом начали перестраивать. К зданию 19 века пристроили стеклянный аквариум. Но, по всей видимости, это еще не все. Но что еще строят во дворе, непонятно. Ведь строители наглухо закрыли ворота. Несмотря на то, что строительство во дворе, по словам чиновников, является незаконным, работы продолжаются. Незаконная реконструкция исторического здания проходит уже несколько лет. В 2018 году собственнику здания выписали штраф в размере 358 700 гривен за надстройку мансарды. Однако компания «Гранд Отель», которая является собственником полуциркульного здания, считает эти действия противоправными и подала иск на Министерство культуры. 2 марта Одесский окружной административный суд рассмотрел иск компании «Гранд Отель», которая является собственником полуциркульного здания на Приморском бульваре 7. Аналогичный иск «Гранд Отель» подавал еще 10 февраля. Однако из-за того, что в перечне документов не было того самого оспариваемого предписания, судья отказался открывать административное дело. В этот раз все бумаги соответствовали требованиям, поэтому первое судебное заседание пройдет в Одесском окружном административном суде 1 апреля.